надо, значит, ночами работайте. Но чтобы все-таки количество жалоб, которые ко мне поступают в отношении уборки снега, вы понижали. Идеального не бывает ничего, но как бы эта зима для вас, для нынешнего состава команды вашей, некая такая, ну, пробная, что ли. Но люди же живут сейчас, они не пробами живут, они в моменте живут. Поэтому я вас прошу не расслабляться. У нас впереди еще март снежный, у нас февраль снежный всегда. Поэтому работайте, пожалуйста. Уже еще до Нового года давал поручение. Я настраивал всех глав администрации, что летом наши чумазые города, вот прям так я назову, улицы, вот дороги, тротуары, не должны быть таковыми. Единственное для вас средство, покупайте, значит, пылесосы и поливомоечные машины.